дорогие друзья, с вами я, Дамирка. Давно не было у нас видосиков. Как тебе не стыдно? Я был очень занят школой. Конец четверти, ВПР и всякие там контрольные. Кто учится в школе, поймет меня, наверное. Что, я не понял? Чуть-чуть совсем играл в Бравл. Ну а сейчас давайте нормально поиграем в Бравл. И тут еще я захожу сегодня, обнова какая-то. Думаю, что такое? Вот с этого момента попадалось. И решил записать нормальный видосик. Соскучился по вам. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дамирка. Я вернулся, как говорится, со школы. Так, ребят, ну давайте первым делом зайдем в магазинчик. Что у нас в магазине? Ну тут скины, которых у меня нету. Опа, мстительница Биби через 18 часов. Кстати, я разблокировал контрабандистку Пенни. Скин за силовую лигу, вот. Но у меня нет старпоинтов, к сожалению. Ужасненько. Кто тоже ее хочет купить, напишите в комментах. Или купили уже. Будет очень интересно мне. Ну скин бомба, конечно. Вот такой вот магазинчик. Если хотите, чтобы я купил Барли с плюшками, напишите тортик в комментах. Если пират Джин, пиратскую шляпу или пирата. Карл Леонард лягушку. Серебряный Рика нет. Если хотите Роба Спайка, напишите, получается, что? Робота напишите. А если Бомеха, напишите... Орла, вот, орла. А если хотите, чтобы я весь магазин купил, ой-ой-ой, это будет много, то напишите весь магазин! Три восклицательных знака. Ну а сейчас, ребята, поговорим про конкурс. Видите, мстительница Биби 18 часов 45 минут. Я вам обещал, когда будет что-то новенькое, я буду разыгрывать конкурс на 20 тысяч подписчиков. Чтобы участвовать автоматически в моем розыгрыше, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм, на мой канал. Если хотите, приведите друга. Ну и если хотите, конечно же, присоединитесь на мою страничку ВК и в Дискорде. В Дискорде можно пообщаться и найти себе тиммейт. Ну а сейчас идем к сути видео. Поехали! Ребята, ну вот, что у нас в событиях? Может, здесь что-то... Испытание чемпионата! До начала один день, 18 часов. Brawl Stars Championship. Готовься к испытанию чемпионата с 15 победами. Играй с друзьями или используй функцию поиска команды, чтобы повысить свои шансы на успех. И помни, испытание продлится всего 48 часов. Понял, ребята, понятненько. Ребята, мне кажется, еще исправили силовую лигу. Потому что в ней много было багов, у меня и так времени мало, а там вылетают все, я вылетал вообще. Я, естественно, играл в силовую лигу чуть-чуть, и в команде я уже прошел до третьего серебра. Я пушу до первого золота, и последние катки я, может быть, запишу на видосе. Одиночная вообще мало играл, у меня только вторая бронза, ну, было серебро. Давайте тут я пойду сейчас в одиночное вместе с вами, надеюсь, я буду командиром. Ну, а вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал Дамирка, и напишите, кто получил вот эту эмблемку. Я уже получил вот такую вот серебряную эмблемку, вот такую вот красивую. Но не получил еще золотую. Я получил контрабандистку, ну, в магазине, чтобы она была. Но купить не могу. Ну, а сейчас погнали в силовую лигу. Так, и осада, болты и гайки. Так, кто командир? Я? Я капитан команды! Почему нет? Ну, почему нет? Да, я капитан команды. Так, я решаю, кого банить. Я забаню здесь Амбер. Она везде имба, хоть ее пофиксили все равно. Все. Теперь какого бойца я буду брать? Кого они запретили? Так, они банят 7-6. Давай, а то вылетим, бань! Так, они запретили Стю. Я буду брать, естественно, сюда Пэм. Пэм, Пэм, бегом, Пэм. Так, ладно. Где моя Пэм? Вот она. Где? Я ее потерял. Вот она, нашел. Это Биби, вот Пэм. Так, ждем-с. У нас вторая сила бит, прикольно. Спарчик, Кольт, седьмая сила. Ну, там Динамайк, вторая сила. Вообще какие-то тут нефуловенькие поцики. Типичный я, десятая сила. Не понял. Так, ну, а пока мы тут
подбираем. Вы давайте пишите в комментах. Сегодня в ролике надо будет много чего в комментах писать. Это вам намек такой. И еще ставьте лайки обязательно. Так, опа, твоя очередь выбирать. Ну почему нет? Во, я выбрал ПМ. Мамина забота, все правильно. И импульсный модулятор. Все окей. Так, нормально, там 7-7. Ну там должны мы выиграть, по идее. Так, давайте. Юху, погнали! Так, я иду сразу за шурупом. Блин, что так долго здесь идти? У меня вот такой эпический значок на пем-пем. Так, начинаем стрелять. Бам-бам-бам-бам-бам. Бомбардировка динамайка начинается. Так, ну все, здесь типа она не самая сильная. Получается, здесь вообще типа не о чем волноваться. Пем-пем, бегом пем. Бегом к пем. Так, пэм-пэм, бегом к пэм. Логика. Так, все, у нас уже четвертого робота. Робот четвертого уровня. Так, ну вот, подчищаем так, чтобы они нам не мешались. Как в том меме. Вы мне мешаетесь. Так, там бита чуть подламывают, но ничего страшного. Блин, я не могу поставить турельку. Турельку поставил, все, мочим просто теперь. А, тихо. Давай, робот, ну все, это изи победа просто. Они нам 3% только снесли. До второго раунда давайте. Второй раунд, поехали. Также сейчас сыграем. Погнали. Я иду сразу за шурупом, я тут тяжеловес. Между нами тает жир, между колы пьем и кефир. Ну а пока я тяжеловес. Вот Пэмка тяжеловес. На! Закидываю! Ай-яй-яй, меня... А как убили меня? Они что-то... Что-то я это, расслабился, ребятки. Чё Бо делает вообще? Не умеющий играть Бо наш. Ой, против нас Бо не умеющий играть. Который снял нам 3%, понимаете? Он жесткий посох. Так, ну сейчас в ноль попытаемся затащить робота. Конечно, если у нас это выйдет. А-а-а, меня убили. No, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Не мочи, не мочить, не мочить, я сказал. Все, убили всех. Динамайк закинул фигню свою. Да, блин, еще интернет лагает. Я чисто, у меня супер челлендж. Победить поциков и с интернетом лагающим. Прикольная вообще цель. Так, да блин, что с моим тяжеловесиком? Между нами тает жир. Аккуратно, аккуратно. Так, там еще кристальчик один. Ой, винтик, винтик. Это, вышел винтик погулять. Сегодня чисто музыкальный ролик. Так, ушли отсюда. Ай-яй-яй, по 850 наносит. Так, идем, идем, идем. Лаги, баги, скрытые пиксели. Так, this is Marfa Girl. Так, давайте, давайте, ну тут же замачиваем просто. Хе-хе, бой, давай, робот, мочи. Чисто с битом они замочили. Ю-ху, минус 3, ю-ху. Все, чисто на изи мы справились. Ребята, ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дамирка, участвуйте в розыгрыш, на кого еще подписывайтесь, на Холдика, на Арткула подписывайтесь. Ну, всем до новых встреч, удачи, пока-пока!